Мурат умный парень, он не будет допускать какие-то ошибок или думать о том, что там Владарчик, например, постарел. Это будет ошибка. Но объективно, если он будет готов, как он боксировал с Денисом Лебедевым, я думаю, что он сможет навязать такое давление, где будет он лучше выглядеть. Хотя вот Владарчик такой парень, он любит, когда на него идут. Он любит вот это вот, вот такое вот такое сопротивление очень сильное. Он любит открытый бой. Денис попадал Мурату, но я, честно говоря, так и не понял, чтобы хотя бы не увидел, точнее, хотя бы, чтобы хоть раз прям так сильно трясануло. Либо он не показал, либо вот он реально настолько как кто-то стоит за блоком и держит себя. Владарчик бьет очень сильно, очень сухо и очень так остро бьет. Сложно сказать, конечно, если Владарчик попадет, как будет себя Мурат чувствовать. Но вот с тем стилем, который сегодня вот он есть, как он всех выигрывает, я думаю, что он должен быть фаворитом.